Хотів би доповісти, що зараз відбувається, і свої якісь думки, що зараз у нас, де ми зараз і що ми робимо. Good morning, ladies and gentlemen. I appreciate that you found time to communicate with us. I'll be happy to answer all your questions, but I'd like to start with a brief report about where we are now and what are we up to. Ви бачите, що сьогодні практично місяць з початку війни в Україні, і сьогодні ми можемо з впевненістю говорити. Я думаю, це бачить вже не тільки в Україні, це бачить весь світ. Я вже думаю, що бачить і русские, которые задурманили и продолжают дурманить в Российской Федерации о том, что здесь идет операция. 90% по данным социологических опросов одесситов четко определили, что в Украине идет война. Война, которую развязала Российская Федерация. Today is one month of the war, and I believe that the entire world and the entire Ukraine now knows that it is we are facing the war that was started by the Russian Federation. Despite what the Russian Federation tries to prove and to mislead its citizens and other people, that it is a special operation. И сегодня мы можем утверждать о том, что весь мир видит, все видят, что ни в одном городе Украины их не встретили, как они на то рассчитывали, с цветами, с караваями, то есть очевидно, что это вторжение, это оккупация, это насилие, это война. Ни один город Украины, еще раз хочу сказать, не встретил их с цветами или с каким-то радушием, или просто с элементарными приветствиями. Вся Украина против этого. Каждый населенный пункт против. It has become by now apparent that no city, no town in Ukraine welcomes the Russian forces. It is now very clear that it is invasion, that it is the war, that it is violence. There is no one person in the entire Ukraine that would welcome Russian invasion, no flowers welcoming Russian soldiers, not even a word of warm welcome. Сегодня город делает все необходимое для и координирует свои действия с командованием вооруженных сил Украины. Мы сегодня взаимодействуем с подразделениями территориальной обороны и обеспечиваем их всем тем, чем необходимо. Today the city coordinates its efforts with the armed forces of Ukraine. We also support the territorial defense units, and we do our best to provide them with everything necessary. Знаете, я работаю мэром города 8 лет, почти уже 8 лет, без малого, без месяца. Мне трижды доверяли одесситы и избирали меня мэром города. Поэтому я считаю, что имею моральное право говорить от имени Одессы, от имени громады. It's almost 8 years, but one month, as I've been working as a mayor of the city, and I've won the elections of the city mayor 3 times. So I believe I'm entitled to speak on behalf of Odessa community. Мы четко определили агрессию. Мы четко понимаем сегодня в Одессе, чего добивается агрессор и наш противник. For now, we are all very well aware that this is aggression, and in Odessa, we have a very clear vision what is the aim of our enemy. Мы все понимаем, что та агрессивная риторика, которую ведет сегодня Российская Федерация, руководство Российской Федерации, запугивая и попугивая весь мир своим оружием. Now we can see very clearly the rhetoric that Russian Federation promotes and its saber rattling and intimidation of the entire world. Так вот, говоря от имени громады, я могу сказать, что мы готовы, Одесса готова подписаться под каждым словом президента Украины Владимира Зеленского. And speaking on behalf of Odessa community, I would like to say that that every Odessa citizen is ready to sign under every word of President Zelensky. О том, что Украина сегодня, Украина находится на переднем крае борьбы с нашествием, средневековым нашествием.
who says that Ukraine is in the front line of the medieval invasion. И мы сегодня на переднем крае. And we are at the very front of it. Мы сегодня нуждаемся в помощи. And we need help. Нуждаемся в помощи гуманитарной. We need humanitarian aid. Мы сегодня нуждаемся в помощи и поддержке моральной. And we need emotional support. Потому что мы все вместе должны остановить это безумие. Because this is our task together to stop this craziness. Вы все видите, какая риторика сегодня звучит от российских средств массовой информации. Их нацеленность уже и на европейские страны в том числе. You can now hear that Russian rhetoric switched to European countries as well. Поэтому сегодня объединение всех усилий на прекращение войны. Мы должны продолжать все возможные способы. Мы должны продолжать возможное противостояние этой войне. So today we have to join every effort to continue counteract this war, and we have to defend ourselves. В целом я скажу, что война сплотила и Украину, и сплотила Одессу. Overall, I would like to say that the war brought the Ukrainians and people of Odessa together. Сегодня работает совместно государственные, военные и муниципальные органы власти. Today, everybody, every authority, the military, municipal and civil work together. Особо хочу отметить волонтерское движение Одессы. I would like to place a particular emphasis on the volunteer movement in Odessa. Это действительно сегодня представители свободного украинского общества. These are true representatives of free Ukrainian society. Которые сегодня по зову сердца помогают органам власти, берут на себя много инициативы и успешно ее реализуют по помощи и вооруженным силам, и в целом тем, кто нуждается в помощи.